Сегодня необыкновенный вечер, крещенский сочельник. Сама не знаю, почему меня вдруг потянуло нарисовать сказку. Сказку, похожую на быль. А именно, давно я мечтала нарисовать копию Юлия Клевера, вот такую. Путник идет среди леса и идет, ну, его излюбленное такое сюжет, когда запоздалый путник идет по зимнему лесу и находит жилище. Это его тема. Мне вот часто хотелось, очень долго уже хотелось нарисовать вариацию на эту тему. И сегодня я, используя вот эти вот краски, все, что было в этой работе, вот передо мной. Это мастихины, это кисти, это тряпочки, это акрил. Ну и вот что получилось. Смотрите, вот что получилось. Это, как вы сами понимаете, вариация на тему Юлия Клевера «Зимняя ночь». И сейчас я пойду по фрагментно. По этой зимней ночи. Вот такой путник поздний, или путница, или поздняя гостья, или запоздалый человек, у него всегда идет, и именно у него такой вот как бы образ художественный, что именно запоздалый гость, который, возможно, потерялся в пути, очень устал, приходит к своему жилищу. Или к просто случайному жилищу находит свое тепло. Я нарисовала свое небо, свой космос, вечный космос звездами. Вот звездочка. Вьюга, буран, тут очень много слоев. Размер 40 на 60. Я уже жалею, что я на картоне его нарисовала. Но, может быть, как-то буду укреплять этот картон, чтобы потом одеть в раму. Рама нужна. Я сейчас просто вот его поставила, эту работу, в раму, в подрамник. На той стороне холста охотники на привале. А здесь вот такая вот классическая вечная тема зимней ночи. По-своему я решила академическую живопись, классическую живопись. Я по-своему изложила вот этими материалами. Даже тряпочки принимали участие в изображении ветвей. На звездочке своей я все-таки оставила, что она должна быть. Ну, это вариация моя. Моя сочиненная музыка на заданную тему. Акрил здесь
выполнял свою скоростную задачу, быстро все изобразить. Вот картина уже, считаю, готова, она высохла. И я хотела именно вот этого впечатления от этой картинки. Конечно, если сейчас прорабатывать ее, доводить до мельчайших подробностей, то это будет не клевер и не я. Это будет что-то такое промежуточное. А здесь больше меня. Вот передний план. Такой путник. Но мне кажется, что, судя по вот этой вот картинке, эта путница идет. Ну, даже сама картинка, с которой я рисовала, это просто отправная точка, вот такой вот намек такой вот вирус или вектор заданный, в каком направлении идти, идея и настроение. Вот хочется мне еще раз, я возьму за эту работу. Возможно, я где-то что-то переусердствовала с этими штрихами, но работала я вдохновенно и даже с большим трепетом, удовольствием. Здесь много очень символов. Это символичная картина. Это наша жизнь. Вот такая вся тяжелая, с испытаниями. И мы сквозь эти испытания должны прийти, добрести до этого огня в доме, согреться и быть счастливыми. Несмотря на буран, несмотря на холод, вечные звезды во Вселенной светят. Особенно в мороз, они очень крупные такие светят. И живой огонь согревает жилище. И в каждой жизни свой огонь живой. Свой огонь, который греет каждого человека. И каждому человеку нужен этот огонь. Вот в такой вот крещенский сочельник у меня получилась такая работа. Я шла к этой работе долго, потому что когда-то я зашла в магазин, там у нас был рядышком с мастерской, и там стояла эта картина, но работы другого художника, нашего Покровского художника, его уже нету, к сожалению. Вот. И у него была такая работа, и тоже он нарисовал ее тоже по-своему. Вот. И долго она была у меня в моем воображении, чтобы нарисовать, да, тоже свой зимний лес, свою зимнюю ночь, свою метель. И сегодня вот только, наверное, потому что очень много зимних образов. Сегодня я прошлась вечером, вышла на улицу, целый день не рисовала. А сегодня вышла вечером на улицу, и заморозный воздух, эта красота, эти ковры великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит, а это уже блестя под фонарями снег лежал и блестел великолепными коврами, падал снег, снежинки, и я просто... Я не могла сегодня вечером рисовать, допустим, Венецию, нет, а вот зимнюю ночь... Это да.
И вот такая получилась и у меня зимняя ночь с моими звездами, с моей вселенной, с моим живым теплом. Который горит в этих окнах. Ну вот и все. Я ставлю точку под этой картиной. Будет другая, но это уже будет совершенно другая история. Всем спокойной ночи. Или доброго утра. Так вот. С наступающим праздником. Завтра крещение. И будьте здоровы всегда. И пусть красивая природа и красивые картины всегда-всегда греют ваши сердца.